икона. А вы знаете, икона не картина, не портрет. По житейскому закону прямо к Богу. Интернет. И потом, она живая. Дайте пищу и уход. Ставить надо мне. Не с края. В красный угол. На народ. Пищи ей. Молитва Богу. Пищи ей. Лампады свет. И является порогом к жизни праведной. Совет. Даже может христианин, помолясь, уразуметь. И как он. Не печаль. Если правильно смотреть, он смиренный, мудрый, строгий. Мысли слышит и молчит. Передав молитву Богу, иногда мироточит его иконка, живая. Знать, имеется душа, без конца душа, без края. Что молчит, переживая. Христианская.